Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Снэп от Marvel. Так, забежим быстренько в магазин. Наверное, тут уже откатики у нас произошли. Я на это надеюсь. Так. Ага. Так. Мистер Фантастик трехмерным стал. Шикарно. Опа, 25 кредитов. Thank you. Так, но это еще не все. Энтмен. Человек-муравей. Фига тут вариации. Ну, прикольные, прикольные вариации. Мне нравится, как они смотрятся. Так, давай-ка Сентинеля прокачаем. Трехмерным становится. Ага. 3D. Опа, таинственная карта. Это Мантис. Вытяните карту из колоды противника, если тот разыграл здесь карту на этом ходу. И последнее у нас, по-моему, улучшение. Это белая тигрица. Трехмерная становится. Замечательно. Просто шик. Так, 5 бустеров. Ну вот. 5 бустеров. Здесь у нас ничегошеньки нету. А что они мне показывают здесь? Я здесь уже ничего приобрести не могу. Зачем же вы мне... А, бесплатно. Так. Мантис можно прокачать. Ну давай. Ну, прокачать это, как ты понимаешь, мы прокачиваем не то, что там что-то, а просто форму карты. То есть из обычной мы делаем трехмерную. И таинственную карту получаем. И это у нас армор. Карты на этой локации нельзя уничтожить. Фига себе, армор какой-то. А я, кстати, не видел ни разу, чтобы кто-то уничтожал карты. Такого не было. Я, по крайней мере, такого не видел, чтобы кто-то уничтожал чьи-то карты. Давай посмотрим. Так, Сортис 56. Ну ладно, Сортис. Ну, я как всегда в своем репертуаре 5, 6, 5 4. Тот, кто побежает на этой локации, получает плюс 3 к силе на остальных. Не понял я. Ну-ка проверим. Угу. Чё там? Не понял, нифига, не успел посмотреть, ребят, что там. Давай сделаем вот так вот. Домино. А мы вот так вот. И, наверное, я сделаю еще вот так. Это двойник. Ну, неплохо. Сюда его поставить, в принципе, можно. И сюда. Ага, Казар. Казар, да, значит? Ну, давай тогда мы сделаем Одина. Так, разыгрываем. Дубликаты плюс тигрица. Но кто тут, что тут? Я выигрываю, да?
Ну да, тут по-любому, ребят, наша победа. Можно улучшить карту. Новая рамка. Я не вижу вообще никакой разницы между старой рамкой и новой рамкой. Ну что, еще поединочек? Конечно, ребята, еще поединочек. Блин, я же хотел этого, мистера Фантастика, Дилан. Мистера Фантастика этого взять к себе. Посерединке его ставишь, он увеличивает силу. Что там? Карта здесь получает плюс один к силе. Ага, ракета. Чего, чего, чего там? Ваша сила здесь передается и другим локациям. Да не могу ничего поставить пока. Твою налево, блин. Это Баламись называется. Он на этих мелких. Да пускай он что хочет делать на своих мелких. Сейчас мы поставим с тобой вот этого, и нормально будет. И вот так даже сделаем. Блин, ну да, нормально, нормально. Электро. Ага, спектру вытянули. Ну давай сделаем, наверное, вот так вот. Он 100% сюда, наверное, карту поставит. Последний ход, да? Последний ход. Давай так вот сделаем. Вот что сейчас будет, ребята? Вот, я проиграю по очкам или как? Вот в данный момент я смотрю тут. Это 4. 58. И... Блин, поражение. Значит, все-таки нужно, ребята, занимать не только, чтобы у тебя были баллы, но чтобы у тебя еще и ты занимал не одну, как тебе объяснить-то, блин? Не одну полоску, а хотя бы на двух полосках у тебя должно стоять. Вот что. Ну, я тебе говорю, карт, это, ребят, это трындец просто, блин. У меня нет нормальных карт. Че, превращается в одну из других локаций на черном? Ну давай. Посмотрим. На третьем, четвертом, пятом ходу сюда добавлять нельзя карты. Я пока ничего добавить не могу. Да. Офигеть. Плюс 6 к силе. Плюс 5 к силе получает карты. Ну что тогда будем делать? Так, наверное. Что там вытягиваем? Понял. Двойника взял. Так, последний ход. Я знаю, что он сейчас хочет сделать.
Он хочет поставить туда Супермена, так же как и я. И... Блин, я проиграл, да, опять? Блин, да почему? 38. Ну, ребята, я не понимаю, почему так происходит-то. Может быть, потому что я на двух локациях выиграл? Здесь и здесь? А это как бы не в счет. Так, что ли, получается? На двух локациях я выиграл и... Мне засчитали победу. О, трехмерный. Потому что другого объяснения у меня нету. Ну что, давай еще. Давай еще. Блин, может быть, подожди. Я просто думаю, может быть... Давай возьмем с тобой эту вторую нашу колоду. Или какая она у нас там, третья? Татум. Татум. Ну давай. Так, карта в руках каждого игрока получает плюс один к стоимости. На пятом ходу карта стоит на один больше. Давай так сделаем. Будет он сюда кидать карту какую-нибудь? Нет, не стал. Давай сделаем вот так вот. Вытянем карту у него. Блин, снэп надо было повысить. Ага, спектрум у него, да? Джессика Джонс. Смотрим. Айрон Харт. Ну, я тебе скажу, что... Ну-ка, если я так сделаю. Арон, ага, железный человек. Так, по идее, что у нас, выигрыш? Да? Видишь, на двух локах выигрываешь, и все. И нормально, ребята, все получается. Как там это звать-то? Мразь? Мразь? Мразь, по-моему, да, звать? Гуф. А, Куф. Ну, давай, Куф. Превращается в одну из других локаций. Ну, у меня, видишь, нет ничего. У меня начинается 4, 4, 4, 5. Давай снэп сделаем. Ну, это беспонтовый пока. Даже ничего. Так, карта здесь получает минус один к силе. Я пропускаю ход. Надо будет второй или первой этой поиграть. Колодой. Сентинели взял, да?
Но видишь, там превращается в другую локацию, так что там может что-нибудь жесткое, ребята, выпасть. Давай так попробуем. Вольфбейн. Опять ты у меня прозевакался. Кто? Если у вас есть преимущество в 10 очков силы, здесь плюс 4 к силы остальным локаций. Зашибись! Удружил твою налево, блин. Джессика Джонс. Один, ага. Я понял. Один у тебя, да, значит? Мало, да, будет прибавка? Давай сделаем так. Повысить не могу. Последний ход. Ну что, Одина позовем, да? А, или что? Давай, Одина. Ну, мне кажется, я большую ошибку сейчас сделаю. Так, Лизард. Проиграл я здесь по ходу дела, ребят. Да почему победа-то, не пойму. Ребят, ну объясните мне, почему победу-то сейчас присчитали, ну? У меня нет логики в этом. Почему победу засчитали? Тут получи, даже если посмотреть так, то это ничья выходит. Но никак не победа. Странно. Как бы мы вышли... Блин, подожди. Мы вышли на ничью, но почему-то победу посчитали мне. Я не знаю почему, от чего это зависит. По суммарности или что? Эд. Напишите мне, ребят, в комментариях, по какому, блин, принципу тут вообще это все идет. Значит, что мы когда превращаемся в новую локацию? Ну, понятно. Блин, мне бы, конечно... Да фиг ли ты его ставишь, он... Не разыгрывается нифига. Наверное, убрать надо этого лорда. И поставить кого-нибудь другого. Ну что он ждет-то там? Проиграет сейчас. Время истекло. Все, он проиграл. А, нет, он успел выложить, да? Здесь нельзя разговаривать карты, которые стоят... Который стоит один. Ну, посмотрим. Что у нас тут получится? На каждом ходу вы не можете разыгрывать здесь свою первую карту. Такой двигается, да, как это? Две сразу, да? У разыгранных здесь карт есть 25% шанс быть уничтоженными. Спасибо огромное. Вот об этом я только, блин, и мечтал. Ваши карты с базовой стоимостью плюс один к силе получает. Opponent
Давай так вот сделаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, 6-4-4. Да, у него тут дофига, ребят. О, это кто такой? Локация справа получает плюс 6 к силе. Нифига. Не могу повысить. Кого он сейчас сюда поставит? Но тут как-то вообще, ребят, все кисло у меня. Спектрум. И что получается? Да, тут проиграл. Тут явно, ребята, видно даже, что проиграл. А что спектрум сделала? Я не понял. Дает вашим постоянным картам... Постоянным картам плюс 2 к силе. Да, профукал, ребятушки. Я профукал здесь. Дай-ка мне попробовать первую мою колоду. Эрик. Еще такие смешные, нелепые. Так, после третьего хода подтасовывают карту Берсерк. Ну давай посмотрим. Так, человек-муравей, да? Вытягивайте карту. Я ничего не могу сделать. Кого он там ставит? Мантис. А что у нас делает вот это? Так, подожди. При раскрытии 2 к силе за каждую другую вашу карту здесь. Давай так сделаем. То есть получается 3 будет силы, да? Это что такое сейчас сделали? Непонятно, что сейчас было. Почему мои карты перетасовали? Плюс 6, нормально. Блин, надо повышать было. Две карты сразу разыгрывает. Так. И... Ну здесь-то кто? Последний ход. Давай сделаем так. Я не знаю, что он сейчас поставит. И победа. 26,6, 32. У него 30. Нормально. Замечательно, я бы даже сказал. Но первая колода что-то мне как-то не нравится. Какая-то она... Давай-ка мы, знаешь, что сделаем с тобой? Вот создадим еще одну колоду. Но тут я сделаю, знаешь что? Поставлю... Так, что он там у нас? Нельзя уничтожить, да, карты, по-моему? Так, вот это, кстати, неплохая тоже. Вот этого возьмем. Так, дальше. Возьмем его... Вот этого, кстати, очень хорошо брать судину вместе. Ага. Ну, я, наверное, не буду брать лорда звездного. Хорош.
Возьмем вот так вот. Возьму Халка. Возьму Одина. Гамору. Так, дубли будем брать? Давай возьмем дубли. А вот это что у нас? Дает другим дружественным картам плюс 3 штуки, плюс 2 к силе. Плюс 2 к силе. Ту-ту-ту-ту-ту. А что, спектрум? Ага, при раскрытии. Давай, возьмем ее. Все. Попробуем вот такой колодой теперь сыграть. Кстати, я смотрю, что-то железного человека не особо-то любит. Ну, правильно, он стоит дорого. И 0 силы дает. Единственное, что он умножает, да, общую суммарность. Ты откуда здесь взялся, парень? Я что-то не понял. Я же тебя не брал вроде бы в колоду к себе. Просто руины. Да. Ага. Взял ракету, поставил, да? Будет раскрыт на следующем ходу. Сентинель. Так, 5. Посмотрим, как он обосрался-то с картами здесь. Минус 2 к силе получил. Нормально, да? Так, Forge. Дает следующей карте, которую вы заберете, плюс 2 к силе. Вот этой, да? Допустим. Джессика Джонс. Прошу. Казар. Блин, подожди, это же не та колода, которую я... Блин, ребят, ну это фигня. Что это такое? Я не ту колоду взял, я на нее не успел переменить. Халк, давай, иди сюда. 18, да, будет? А фиг ли он 7-то получил, эй! Блин, я проиграл тут, ребят. А сфига ли у него этот хмырь получил 7 баллов, блин? Вообще непонятно, с какого перепуга он получил 7 баллов, блин. 7 силы. С какого перепуга он получил 7 силы, ты мне объясни. Другие ваши карты в этой локации получают плюс 1 к силе. Карту, блин, я колоду еще взял не ту совсем, ребят, совсем не ту, блин. Зашибись. Нет, я так и не понял, ребята, с какого, блин, перепуга он получил 7 силы, человек этот, муравей. С какого перепуга он получил 7 силы-то, ну ты объясни мне. Карта здесь получает плюс 1 к силе. Не могу сейчас ничего пока делать. Снэпнуть могу только. Добавляю двух рапторов в каждую сторону. Давай так вот сделаем. Кейбл. Дублирует вашу руку. Подожди, нет. 2 к силе дает. Превращается в карту Халк. Нифига.
Посмотрим. Ага. Давай вот так вот сделаю. Понизила, да? Блин, ну где нас сюда ставить надо? Да нету смысла здесь Удина ставить. Давай Халка влепим. Ага, допустим. Ну что, победа за нами, ребята. Верно? Верно. Все отлично. Все отлично. Так, давай еще партийку. Давай еще партийку. Надо было Капитан Америку, наверное. Рейд. Ну, у меня, как всегда, блин. Как всегда. Так, первую игру, которая заполнит локацию, вытянет карту с базовой стоимостью 6. Ее стоимость станет равна нулю. Тоже дорогие карты, да, у этого чудика, по ходу дела. Плюс 2 к силе карты, когда она перемещается сюда. Видишь, тут какие вот локи даются. Кейбл берет нижнюю карту, да, он там вытянул, я так понимаю. Сентинель, да, выбивает. Пробуем. Снэп сделаю. Ага, Джессика Джонс. Давай так попробуем. Вот как он две карты, блин. А, 5-1. Последний ход. Так, что мы здесь можем сделать? Давай вот так вот я сделаю. Ага. Ну и все. До свидания, Чучундра. Он хотел меня тут наколоть. Кури песос, как говорится. Вольфсбейн, волчица. Я такой даже и не слышал. Я знаю Вера Вольф, но... Это что-то новенькое. Ё-моё, тут сколько, ребята, карт. Офигеть. Ну что, еще партийку? Или как? Давай еще партийку, чё нам? Сезон Оборок. А как вот перейти? Или это нельзя перейти? Вот я не могу понять. Сезон новобранцев. Что это, как приговор, что ли?
Видишь, дальше у меня почему-то не повышается. Что тут? 250 кредитов, 25 золота, 300 опытов для сезонного пропуска. Так если у меня сезонный пропуск забит, как? Или он обновляется каждый месяц, или... Или что, я не могу врубиться-то никак. Не бойся, я не кусаюсь. Новый титул. Ох, ё-моё. Ну, давай еще партийку. Так уж и быть. Уговорили, уговорили. Еще партийку, ребят, играем. Кристиан. Жалко, здесь нету, как в этих... Растения против зомби героя. Можно там заменить, например, да, руку. На пятом ходу карты стоят на один больше. Интересно. Так, ну на следующем ходу я поставлю это. Так, а смысла нету, ребят. После каждого хода карты здесь сражаются. Самые слабые из них уничтожаются. Угу. Грут. Вот это вот. Это был бред. Как он там все ставит? Да, палач. 13,7. Давай так сделаем. Ну, не знаю, что он тут сейчас поставит. Нормальная такая прибавка ему тут прилетела. А, друзья? Но это ничего не решает. Да что тут происходит-то, не пойму. Да я проиграл здесь, ребят. Я нифига не могу понять. Что-то карты куда-то улетают, прилетают, блин. Я опять понизился. Блин, я с этого 18-го ранга... Я, не, наверное, не перепрыгну 18-й ранг, да? Сегодня. Просто я на нем завис, блин. А завис, знаешь почему? Потому что у меня карты. Ты посмотри, ну что такое? Ну 6, 5 и 3. Ну какого хрена, блин? Я не могу ничего поставить, блин. Трешка — это ближайшее, что можно влепить. Да заколебал ты со своим этим, блин, вату или кто он там, блин. Ниндзя. Ниндзя минус 2 к силе. Да, это, конечно, хорошо. Колосс, ну, допустим. Да, конечно. Не позволю. Да ну какая-то фигня, ё-моё, ну блин, карт нету, блин, 8, 7, блин, 5, какого нафиг фига, мне это нафиг не нужно, блин. Твою, блин, вообще ничего нету путёвого, понимаешь, вообще ничего не дают, блин. Дебилизм полный, блин. Да.
Да нет, ребят, конечно. Какой тут нафиг? Проиграл. Короче, надо, блин, менять. Ну, это не дело. Ну, 5, 7, извини меня, 8, 10, блин, 20. Чё ж не 30-то сразу, блин? Пипец, блин. Покажи мне колоду-то, ё-моё, блин. Так, убираем вот это добавляем. Президент Сил закажет вражескую карту в этой локации. Да. Попробуем, давай так. Ну это что-то вообще трэш какой-то. Да они опять за свое. Ну что вот, блин, я не понимаю. Ну почему мне не дают, блин, одиночных-то? Ну, 4, 6 и 4. И 3, блин, ближайшие 3. Твою налево, блин. На этом ходу карты не раскрываются. Ну и что мне эта волчица? И что вот я ее сейчас поставлю? Мне толку от нее нет никакого. Она и... У нее идет прибавка, блин, 2 к силе за каждую вашу карту здесь. Если у меня здесь нет карты, какие, блин, плюсы ей? Никаких. Пипец просто какой-то. Я в шоке. Вот фантазера своего сюда ставит. Пускай ставит фантазера мне по барабану. Давай так сделаем. Так, кейбл и ведьма, да, красная. Ну, посмотрим. Опять две карты. Последний ход. Три и три, да? Блин, я опять проиграл. А знаешь почему? Потому что вот здесь плюс 2 к силе. Ёп. Просто пошла полоса неудач. Просто пошла полоса неудач. Ну как вот можно играть? Ну ё-моё, ну... Бесит это все. Блин, наверное, Одина уберу из этого. И Гамору, наверное, тоже уберу. Слишком мало шансов того, что она нормально разыграется. Ну что там? Это своими белками тут. Белочница вшивая эта. Нету у меня ничего. Нету.
Сколько там стоит этих своих сентинелей? После четвертого хода все карты перемещаются в одну локацию вправо. Вправо. Давай, наверное, так сделаю. Нафиг мне тут камень-то нужен. Так, получается, за каждого раз, два, три, плюс один. Четыре, да, получается, у нее будет. Семь. Ну что же, у него не будет выбора, ему надо будет сюда ставить карту, верно? Отлично. И последний ход. Пошло! Пошло! Пошла мазута, ребята. Давай еще партийку. Давай еще партийку. Еще партийку. Да хорошо, кстати, что я поставил-то. Если бы я поставил бы Одина, мне кажется, было бы все намного хуже. Блин, я Одина хотел же убрать из колоды. Ну вот смотри. Вот смотри, какая пакость, ребята. 6, 5, 6, 4. У меня же там и трехи стоят, и двухи есть. Мне тут тебе дают вот эту парашу. Ну как я буду сейчас вот на первом... Это как специально все, понимаешь? Ниндзя еще пришел. Один еще не легче наши. Я не знаю, ребят. Полная фигня, блин. Да не могу я, блин, никого поставить сюда, ёпрст, блин. Просто не могу никого поставить сюда. Бесева, бесит вот это вот меня, вот серьезно тебе говорю, просто вымораживает. Одну карту дал всего, одну, блин. Ты нафига это сделал, Рэй, блин? Я хотел просто пос... Ну, это маразм, ребят, все, это, короче, пипец. Я просто смотрел, выбирал, на нее кликнулся, она вылетела сюда. Нормально? Красавчики, просто красавчики. Ну, у него все идет на усиляшках, я смотрю. У него вся колода идет на усилениях, ребят. Еще он сделал. Сейчас усилит этих. А, ну все тут. Проигрыш, ребят, конечно, проигрыш. Ну, это что? Это вот называется нормально, когда тебе дают такое дерьмо, блин. Именно дерьмо, ребята. Вот в самом начале тебе подсовывают... Отборное дерьмище, блин. Чтобы ты просто уткнулся, усрался, блин. Но ты не выиграл, ты понимаешь? Чтоб ты жрал это дерьмо, блин. И облизывался, ее твою мать.
Это у меня слов просто нету, блин. Иди нахер отсюда. Доспех тоже, походу, нам не понадобится здесь больше. Думай, думай, рейчик, что поставить. Одина я, наверное, тоже уберу отсюда. Не знаю. От этого Одина толку никакого. Если вы не разыгрываете здесь карту, на следующий ход плюс 4 к силу. Нельзя уничтожить или переместить, или ослабить. Ай, даже не знаю. Раскрытие убирает постоянную способность всех карт на этой локации. Какие постоянные эти, я не понимаю. Трем картам дружественным дает плюс 2 к силе. И опять же, 3-3-3-3. Одно место под А3, блин. Ладно, пускай будет так. Поехали. Только с третьего хода у меня начнется что-то. А в данный момент с четвертого. Белочку кинули мне. А что он делает? Если противник разыграл карту на том ходу, плюс 2 к силе. Ага. Вытяните карты. Чё? Что это сейчас было-то такое? Обе колоды уничтожаются. На каждом ходу вы не можете разыгрывать здесь свою первую карту. Давай посмотрим. Джессика, Джессика, Джессика. Давай сюда ставим. Повышаю. Так, Гамора. Давай так сделаем. Бишоп Сентинель. Последний ход. Последний ход. Не могу. Я все равно выиграл, да? Да, ребят, я выигрываю. Шикарно.
Шикарно. Ну. Можно улучшить. Новая рамка. Фух. Ну что, друзья, давайте на сегодня, наверное, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!